друзья, но здесь у нас еще не менее интересное событие. Смотрите, у зеленой мартышки появился маленький детеныш. О, тут сразу пришли ко мне другие члены семейства, наверное, получать угощение. Ну а я, друзья, хочу показать малыша. Вон мамочка убегает с малышом на верхние террасы. Ну и, друзья, у нас с вами есть небольшая возможность понаблюдать за этим маленьким детенышем. Смотрите, какой он прикольный. Конечно же, вся семья с огромным восторгом и с большой радостью все ухаживают за этим малышом. Он еще совсем крохотный. Но цепко держится за свою мамочку. Вот, друзья, смотрите, как это интересно смотрится. Мамочка с малышом регулярно перемещается по вольеру. Меняет локации, то в одном месте сядет, то в другом. Но у нас же с вами главная задача — это понаблюдать за тем, как у них строятся взаимоотношения в семье. И смотрите, как мило. Все хотят уделить внимание этому маленькому детенышу. Ему всего лишь несколько дней от рождения, но он уже достаточно крупный. Это, друзья, конечно, очень редкие кадры, потому что вот так увидеть малыша зеленой мартышки, ну, практически невозможно. Они не часто размножаются. Но в этом году повезло, появился малыш. Достаточно крупный. И никуда он, конечно, от мамочки не денется. Она будет его в своих чудесных лапках держать, пока малыш не подрастет. Ну, а вообще эти все мартышки очень прикольные. Это очень социальные животные. Вот, смотрите, как... Ой, как обнимает малыша. Отдай. Все хотят мамочкой побыть. Смотрите, как происходит у них обыскивание. Все, смотрят, что там шерстки, какая шерстка, перебирает. Тем самым ухаживают друг за другом. Это очень увлекательная картина, очень залипательная картина. Можно вот так встать, замереть и просто ловить редкие моменты, потому что тут еще есть желающие, которые у меня хотят отхватить камеру и, наверное, потом бегать с ней по всему вольеру или менять. Вон, смотрите, мамочка уходит пониже. Вот она, наша мамочка с малышом. И чтобы не снимать ролик с зеленой мартышкой, с мамочкой с зеленой мартышкой, тут придется, друзья, потратить уйму времени, потому что они очень шустрые, очень быстро перемещаются по вольеру, меняют свое местонахождение. Но это, друзья, очень интересное явление. Вот, смотрите. Никто, конечно же, не делится своими угощениями. Класс. Я... Я на самом деле, друзья, вот впервые вижу малыша зеленой мартышки. Если капуцинов
маленьких я видел, то вот зеленую мартышку я вижу в первый раз. Конечно же, в зоопарке малыши у зеленых мартышек появлялись, но при мне, по-моему, ни разу. Очень сложно их снимать, очень тяжелые съемки, потому что, как я уже говорил, скорость перемещения у них просто колоссальна. Тут они неугомонные просто перемещаются из угла в угол. Ну и смотрите, друзья, самка с малышом не находится одна. Все время за ней кто-то идет. Другие самки, чтобы, наверное, оказать ей помощь в уходе за малышом. Ну, это интереснейшая картина. Все, смотрите, как любят малыша, обнимают, лаская, но он от мамочки никуда. У них очень цепкие лапки, они ими очень крепко держатся за шерстку. Такой хватательный рефлекс. Ты что там, чешется уже что-то, да? Шерстка, да? Класс! Раз-раз перецепился. Уши, смотрите, по сравнению с его головой такие огромные. Поцеловали. Видите, друзья, у них прям настоящие чувства тут разные. Любовь, конечно, вот и у нас людей, и у мартышек, друзья. Смотрите, как они любят уделять друг другу внимание. Ну и все очень любят детенышей. Друзья, думаю, что через месяц-полтора мы уже увидим, как детеныш тут самостоятельно бегает по вольеру и играет с другими членами семьи. Смотрите, какие у него маленькие черные глазки.